Я того, ты представься. Ну, капитан команды Годжира Тим Грибник. Вот. Годжила. Годжира, Годжира. Вот эти вот. Именно то самое, да. Вот. Ну, в общем-то, что можно сказать? Ну, первым делом скажи, ты на LAN сколько раз приезжал по лофту? На LAN целых один раз. Молодец, считай, молодец. Этот. Ну, а, вот так, значит. Именно, да, на самом деле. Ну, не молодец, но все равно молодец, что приехал, да, сегодня. Вот, на самом деле, вся тема интересная. Вот, хотелось узнать, как это все проводится, ну и само собой поучаствовать, что мы сделали. А ты вообще раньше на LAN в других был когда-нибудь? Вообще нет, но как бы участвовать старался где-то там, например, на Игромире, там пару раз, это самое. Игромир, там различные игры. Турниры, да, которые проводились. Вот, ну в общем, ничего серьезного. Как бы Left 4 Dead это первый опыт, который на LAN. Вот. Ну и как он тебе понравился? Конечно, само собой. Хотя хотелось, чтобы был первый, вот, но не судьба. Пришлось тренироваться еще по второму. Вот, когда узнали. Но все равно, на самом деле, остался доволен. Вот. Чтоб с проведением, со самими, значит, участниками, командами. Вот. В общем, было интересно. Ну, это хорошо. Ну, а как игры твои прошли? Ну, значит, первый наш поединок с командой Забеи мы выиграли, скажем, с небольшим отрывом. Там, по-моему, 100 очков максимум. Вот. Ну, а дальше нам повезло на команду ХС. Насчет называть даже, наверное, не буду там. В 2000 отрыв точно есть. Я могу найти сейчас. Посмотреть, какой точно счет будет. И дальше с ВНС мы играли тоже. Не самым удачным образом. Винтерспорт. Ну да, Винтерспорт там неплохо так отыграли. Ну и они Годзиллу тоже жестко довольно-таки порвали. Ну а так, в дальнейшем собираешься еще приезжать? Само собой, да. Теперь на самом деле, ну, на все ближайшие, которые будут здесь, по Москве, хотелось бы приезжать почаще. Вот. Ну, больше опыта, больше скилла нарабатывать будем теперь. Ну, это да. Команда у тебя вся московская? Команда, да, вся с Москвы. Ну, это хорошо. В онлайн-турнирах участвовать будете? Да, ну, уже я как бы имел опыт, значит, раньше участия на турнире. Например, раньше, ну, не такие, как который Versus Play проводил, портал. Вот. Еще там играли. Это еще, дай бог, когда в Impulse Team стоял. Вот, а так, в общем... Ну, больше добавить к этому нечего особо. Ну, понятно. А команды... Ну, вот у нас на портале еще ожидается в ближайшее время... Может быть, даже первую часть вернем. Вы как бы будете в ней играть? Это обязательно. Тут даже без вопросов. Первая часть все равно остается приоритетом для тебя и да, для всегда и для всей команды, да. Вот оно так, понятно. Собственно, поэтому вот с такими счетами и проигрываем, что даже во время тренировок ты не особо заходили во второй Left 4 Dead. Понятно. А вот эта новость, которая у нас на сайте появилась, о том, что Razer как раз-таки вот... Да, то, что конечно, одна из любимых фирм, даже не одна из, любимая фирма, которую постоянно покупаю, вот, все новинки. То есть ты вот все новинки просто скупаешь и все? Ну, не то чтобы просто скупаю, но хочу сказать, что у меня были много мышек, которых я благополучно разбил, вот. Но Razer у меня дольше продержался, дольше всех, это точно. Сейчас юзаю Razer Abyssus, мышь отличная. Вот, хотя, думаю, со временем перейти на Lachesis или что-нибудь получше. То есть новость о том, что Razer у нас да, будет девайс создавать, тебе позитив. Отдала как бы и позитив, и, не знаю... Моральный, это моральный самое, стимул. Да, стимул. По-любому, да, не будет стимул такая был такой, есть. Что... Я вообще, на самом деле, когда только все это узнал, я думал, блин, тоже только надо создать себе, быстренько поиграть. Хотя четвертое было... место занять, да, хотя бы ковры себе взять, черт. Но ничего, еще будет на моей улице праздник. Ну что ж... Сколько у тебя и побед было в группе? Одна всего, одна, да? Одна победа, да. Ну, я думаю, это только начало, поэтому мы... Ну, это хорошо. Ну, в онлайне мы вас еще всех увидим. Это точно. Так, спасибо тебе, что давал мне интервью. Получаешь всегда, пожалуйста. Футболочку. И тебе спасибо именно... за столь ценный подарок для меня. Покажи, что там у тебя написано. Left 4 Dead. Отлично. Все для про. Left 4 Dead, да, все для про. Он не про, по-любому. Именно. Ну что ж, с вами был... Грибник, где-то это близко, да, это близко, ну, был с вами Грибник и Тау. Всем счастливо. Буя.